Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас медицинская программа. Вновь у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы Лариса Васильевна Сметана. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Здравствуйте, Николай. Вот так у вас должность называется. Вы у нас уже не первый раз. Для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Насколько мы можем вытащить человека из инсульта? Инсульт, конечно, грозное заболевание, представляет собой угрозу жизни, но тем не менее, даже если он уже произошел, нужно правильно себя вести. Во-первых, нужно моментально обратиться за медицинской помощью самому пациенту, если он в состоянии, или же окружающим, которые рядом с ним находятся, потому что существует терапевтическое окно, это 4,5 часа, это золотой стандарт, во время которого мы можем оказать максимально эффективную помощь пациенту. И если он в это время доставляется сосудистый, вот как наш, допустим, региональный центр, то там оказывается современная высокотехнологичная помощь пациенту. Мы сразу же производим нейровизуализацию, определяем характер инсульта. Вы все знаете, что характер инсульта может быть двояким. Он может быть ишемическим, и геморрагическим. Но мы сейчас об этом, да, более подробно поговорим. И после этого, если мы устанавливаем, что это ишемический инсульт, мы проводим тромболитическую терапию, делаем ангиографию, и если определяем тромб, то сразу же поднимаем человека, помещаем в ангиографический центр и производим тромбоэкстракцию, то есть механическим способом удаляем этот тромб. И после этого, естественно, идет лечение и реабилитация. И если вот действительно все вовремя происходит, то эффект очень выражены, и все происходит. Ну, происходит все более-менее с менее худшими последствиями, чем могло бы да, быть. Да, фактически без всяких осложнений, и человек очень быстро реабилитируется и может вернуться к прежнему качеству жизни. Самым распространенным заболеванием в мире в настоящий момент являются сердечно-сосудистые заболевания. И ежегодно в мире погибает 18 миллионов человек от этой проблемы, от сердечно-сосудистых заболеваний. 40% составляют инсульты. Это 7 миллионов ежегодно погибает от инсульта. И причем дополнительно 5 миллионов инсультных больных становятся инвалидами. Инвалидами. Ну вот интересно такой вопрос, конечно, он немножко и не из области медицины, но тем не менее, почему так организм устроен, что мы же знаем, инсульты даже в молодом возрасте сейчас происходят, да, мы тоже об этом чуть-чуть позже поговорим. Но что это за сигнал, почему происходит инсульт? Человек, например, одно дело, если он там, ну, нарушает режим, а мы знаем, что есть такие, которые нарушают режим и живут очень долго, кстати. Я имею в виду глобальный режим всего, там, переедание, не знаю, сидячий образ жизни. Вот живет себе человек, а другой вроде спортсмен и так далее, его может сразить эта история. То есть инсульт – это совокупность каких-то событий, которые приводят к нему? Да, то есть существуют факторы риска, модифицированные и немодифицированные, то есть на которые мы можем подействовать и не можем. Допустим, пол, возраст, национальность, мы на них не можем подействовать. А есть такие, на которые мы можем. Это прежде всего артериальная гипертензия. Как только вы замечаете, что цифры вашего артериального давления повышаются, нужно сразу принимать меры. Во-первых, переходить на здоровый образ жизни и обратиться, безусловно, к специалисту, к врачу, для того, чтобы определиться, это начальное проявление гипертонической болезни, и можно еще без медикаментозно нормализовать давление, или же это уже более запущенное состояние, и уже необходимо применение медикаментозных препаратов. Ну хорошо, а вот сам инсульт, это что такое? Как происходит процесс? Это острое нарушение мозгового кровообращения или вследствие закупорки сосуда, в любом сосудистом бассейне, у нас их три, да, два каротидных и один вертебрально-базилярный, в любом сосудистом бассейне. Либо же это разрыв сосуда, тогда происходит геморрагический инсульт, что как бы является более тяжелой патологией, и летальность при геморрагических инсультах выше. И кроме всего прочего, геморрагические инсульты чаще происходят в молодом и среднем возрасте. Вот. Но хотя с течением жизни появляются приобретенные факторы риска геморрагического инсульта, не только аневризма врожденная, то есть врожденная аномалия сосудистой стенки, но и приобретенные, вот такие же, как артериальная гипертензия, курение, алкоголизм, наркомания и так далее. Ну, все, что мы не делаем, да, то, что нам хочется иногда, в кавычках, да, разрешенное и запрещенное, человек просто себя больше уничтожает, как говорится. Но вот по поводу стенок, то есть все-таки это от моего непосредственного человеческого состояния зависит. Сначала то, что мне мама с папой дали, да, то есть мои стенки, которые могут быть, ну,
как вот бы есть порог сердца, да, такое народное выражение. Да, так и здесь, так да, и может здесь, быть наследственно. Да? А тромбы, они дефект. Тоже могут быть, как вот изначально в тебе какая-то там не очень хорошая система кровообращения? Нет, может быть нарушение вязкости и свертываемости крови, да, угу. Так называемая гиперкоагуляция, то есть повышенная свертываемость крови, и может быть, может это приводить к тромбообразованию излишнему, естественно, но, как правило, это можно определить путем лабораторного исследования и, естественно, применить определенные меры, которые приведут вязкость крови в норму. Ну, то есть с кровью поработать. Да, да. Угу. Вот. А врожденная аномалия сосудистой стенки – это так называемая аневризма или артериовенозная мальформация. Угу. Это врожденный дефект, когда мышечный слой стенки сосуда, он истончается. Внутренний рвется, слой, да? Интима и адвентиция, наружный слой стенки сосуда, они сохраняются в прежнем объеме, а средний слой мышечный, он истончается, и с течением времени появляется такая мешочатая аневризма, то есть растягивается этот сосуд, истончается еще больше, и при каком-то стрессе, какой-то физической нагрузке он разрывается, и происходит мощное кровоизлияние в головной мозг. Вот это очень часто приводит к летальным исходам. А вот, 70-80% погибает. 70-80%. Да. А вот когда у человека, например, идет кровь из носа, да, вот у человека там, ну, пенсионера уже пожилого, угу, да, угу. За 65 там, да, некоторые говорят, о, хорошо, что кровь пошла, значит, угу. Ну, стенка не крепкая. Угу. Ну, это я так, ну, как то есть кровоизлияние не в мозг пошло, да, а к наружу. Есть такое понятие? Но дело в том, что это свидетельствует о том, что повышается внутричерепное давление, если есть носовое кровотечение. То есть, скорее всего, повысилось артериальное давление, и, соответственно, они работают в паре. То есть артериальное повышается, повышается внутричерепное давление. И за счет этого, естественно, выход какой-то найти нужно излишнему кровотоку, и поэтому... То есть это повезло человеку. Там рвется. Ну, можно сказать и так. Да. Но в любом случае это звонок серьезный, и нужно прежде всего заняться артериальным давлением. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к артериальной гипертензии. Еще факторами риска являются сахарный диабет, сердечная недостаточность, особенно мерцательная аритмия, нарушение сердечного ритма. Оно как раз и приводит к тромбообразованию в камерах, сердца. И пароксизмальные формы, которые периодически возникают на фоне нормального синусового ритма, и постоянные формы мерцательной аритмии, когда человек забывает принимать антикоагулянты, то есть препараты для разжижения крови. И в этот момент в камерах сердца образуются тромбы, они через аорту летят в каротидные сосуды, в сонные артерии, и дают, к сожалению, такие тяжелые кардиоэмболические инсульты. А вот система, ну, я так скажу, самозащиты человека, ведь в чем проблема? Если бы была у нас какая-то кнопка, раз тебе идет сигнал в голову, немедленно сходи, проверь кровь. Ну, так, к сожалению, не происходит. Угу. Да? Почему самозащита ослабляется? Или вот само плохое состояние человека должно говорить ему о том, что нужно провериться у того или у того человека? Ну как? Да, инстинкт самосохранения, да. У некоторых, да, он снижен. Вот, и, как правило, люди уже обращаются за помощью, когда кто-то из окружающих, из близких у них или погибает, или же попадает в тяжелую такую жизненную ситуацию. Да. Они моментально тогда обращаются и начинают исследовать свой организм. Но в любом случае существует диспансеризация, вот, которой не нужно пренебрегать. Мы о ней все время здесь говорим, да, вместе с вашими коллегами. Вот, и которая обязательно прибегать нужно вот так, как медики рекомендуют. Причем с самого раннего возраста, да, потому что сейчас все что угодно может произойти. И инсульт тоже помолодел в том числе, да, поэтому это надо врать. А почему он помолодел? Ну, конечно же, это связано с нашим темпом жизни, стрессовость, со стрессогенными ситуациями, и вообще с характером жизни стрессогенной. Вот любой наш рабочий день возьми, даже, мне кажется, не рабочий, там все расписано по минутам, и мы постоянно куда-то бежим, и постоянно... Боимся опоздать, да, это все, естественно, производит выброс адреналина в кровь, вызывает спазм сосудов, недостаточность кровоснабжения, в том числе и головного мозга, и сердца, и это несет уже такие хронические... А можно еще такой интересный вопрос? Состояние. Вот у нас сердце, насколько я помню, находится здесь, да? Yeah. А голова, в общем-то, от сердца, ну так, далековато. Может быть, надо было природе как-то сердце поближе туда, к голове? Это я так. Я почему говорю? Потому что вот когда мы слышим фразу «кровоизлияние в мозг», да, все, сразу ощущение, что человека больше нет. Мы же не можем эту кровь никак оттуда, да, убрать. Но она рассасывается. Части. Рассасывается. Да. Мы все делаем для того, чтобы условия создаем, чтобы она рассосалась. То есть что мы можем сделать?
сделать при том, ну, наверное, не будем брать самый печальный вариант, когда угу. уже человек уходит из жизни, а вот когда кровь туда все-таки пошла, угу. она рассасывается, куда она уходит, с помощью чего? Нет, если это небольшие объемы, да. которые не вызывают такого трагического последствия для мозга, то есть нет выраженного смещения срединных структур, из давления окружающих тканей мозга, то тогда это мы проводим консервативное лечение, то есть оперативное вмешательство не показано. Да, не показано. Вот сейчас в нашем сосудистом центре появилось новое отделение нейрохирургическое, так. и если при геморрагических инсультах мы выявляем большие объемы, да, внутримозговых гематом, то тогда больной переводится в нейрохирургическое отделение и производится уже оперативное вмешательство вот именно с целью эвакуации вот этой излившейся крови. Это способствует... же как жидкость, которая засыхает, я так понимаю. Да, она да, в сгусток превращается, угу. и она ведет уже себя как объемное образование, она сдавливает окружающие ткани, можно сказать, как опухоль ведет. И поэтому там не должна этот объем, быть, да. да, этот объем, естественно, лучше удалить, вот, эвакуировать для того, чтобы дать возможность ткани мозга, которая была уже ишемизирована вокруг этого сгустка, восстановить и восстановить, естественно, утерянные функции головного мозга. Это самое важное. Да, да, поэтому вот с появлением этого отделения ага. у нас, естественно, результаты исходов инсульта стали лучше. Вот. У нас также появилось еще одно отделение, открылась сосудистая хирургия. Угу. Мы стали применять также методики наружного воздействия на сонные артерии. Это так называемая каротидная эндартерэктомия, mm-hmm. то есть наружный подход к этой артерии. Она вскрывается, вылущивается бляшка, которая, mm-hmm. Как правило, больших размеров, уже где-то 90-95%, 98%. Mm-hmm. Вот, то есть для стентирования она труднодоступна. Mm-hmm. Вот, и поэтому с наружным доступом ее хорошо вылущивают, накладывают заплатку, то есть да, сосуд этот зашивают. Mm-hmm. Вот, и человек принимает антиагрегантную, антитравматическую терапию и живет ну, вот благополучно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Лариса Васильевна Сметана, заслуженный врач Российской Федерации, прежде всего, и заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы. Дальше мы, естественно, продолжим говорить об инсульте. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня Лариса Васильевна Сметана, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы. И я очень рад, что она уже не первый раз к нам приходит. И раньше, когда вот мы слышим это слово «инсульт», и все, и такое ощущение, что вот, ну, приехали. А Лариса Васильевна нам рассказывает о том, что сейчас уже самое современное, что существует. Оказывается, есть шансы. Есть, во-первых, золотой, напомним, 4,5 часа. 4,5 часа. Золотой стандарт, да. Вот. Ну и, как видите, разные есть способы. Поэтому, если с вашим родным человеком, ну, что-нибудь произойдет, у вас есть возможность его не просто спасти, а, в общем-то, сохранить, как говорят врачи, функциональную, да, практически... Главное заподозрить да. вовремя. Главное заподозрить. И вот эти подозрения, мы понимаем, что мы призываем, кто все-таки больше всего предрасположен? Это люди с заболеваниями сердца. Да, с заболеваниями с повышенным артериальным давлением. Так. Естественно, с нарушением сердечного ритма, с сахарным диабетом, с избыточным весом, с малоподвижным образом жизни. Естественно, со злоупотреблением алкоголя. И всем прочим. И всем прочим, да. да. Вот поэтому нужно все-таки заниматься здоровым образом жизни, следить за своим индексом массы тела. Ну, трудно же следить, потому что еда-то у нас сейчас такая, что... Она... Трудно, но тем нужно. Не менее, да, нужно прогулки себе устраивать ежедневные. Я смотрю, Лариса Васильевна на меня так внимательно смотрит, потому что мы все время на работе. Но я с вами абсолютно согласен. Да, желательно, да, на свежем воздухе. Сколько надо гулять? 30-40 минут ежедневно. Это было бы прекрасно. Да, и в темпе, да, конечно, где-то 5-6 километров в час, вот где-то так. 7 это вообще было бы прекрасно. Ну и, конечно же, наверное, любому человеку, даже если он не болеет, чувствует, знаете, есть такие, я вот вечно здоровый, а потом наступает один прекрасный день, и может все закончиться. Все-таки нужно проходить диспансеризацию, пока у нас есть такая возможность сделать ее, во-первых, без очередей. Я помню, летом ваши коллеги приходили и прям говорят, ну придите, никого нет, быстро, мы пройдем, все сделаем. Но вернемся. Вот вы говорите, на сегодняшний день не просто есть одно какое-то отделение,
а есть сразу несколько направлений в зависимости от ситуации. То есть практически точечная, да, работа у вас с пациентами происходит? Получается так, да. То есть больной поступает к нам, мы можем воспользоваться службой нейрохирургической, службой сосудистой хирургии, вот, а также стентирование провести, если есть показания в эндоваскулярном отделении. У нас тоже эндоваскулярная хирургия есть, отделение очень хорошее. И после исхода острейшего периода, по истечении 10 дней, мы можем больного перевести в реабилитационный центр, в реабилитационное отделение, которое открылось опять-таки на базе нашей больницы, на базе стационара номер 3 в Красково. Где он находится на между вот тем страшным состоянием, которое было, острейшим, и перед выпиской. И, то есть вот это такой момент, где для того, чтобы родственники тоже были спокойны, что больной находится под медицинским контролем, чтобы им продолжают заниматься. И они потихонечку привыкнут, что они... Кстати, вот тоже такой важный момент. Мы с Ларисой Васильевной до программы его обговаривали, что мы предполагаем, что хорошая семья, да, что есть кому следить за человеком. Насколько серьезно меняется жизнь? Потому что инсульт же бывает разный, да, кто-то более поврежден, скажем так, кто-то менее. Да, кто-то оказывается прикованным к постели, да. У кого-то, может быть, единичные какие-то эти вещи происходят. Как жить с этим человеком? И если, да, больной глубоко инвалидизированным оказывается, то тогда, конечно, жизнь окружающих кардинально меняется. Потому что кому-то приходится и покидать свое место работы. Вот, чаще быть. Да, или кому-то другим приходится больше работать для того, чтобы можно было обеспечить уход за этим пациентом. Поэтому, конечно, это проблема в семье, социальная проблема и гуманитарная проблема. Так, я считаю, для каждого человека это очень важно, чтобы человек, который заболел и так тяжело заболел, чувствовал себя комфортно, уютно в кругу семьи. По-прежнему с заботой, да. Вот когда вы его, что называется, с того света достали, да, ну, возьмем там такой средний вариант, да, он же все понимает, он может, например, может не говорить или говорит плохо. Он же все равно все ощущения у него сохраняются. Да, конечно, они понимают, да, в зависимости, конечно, от поврежденного полушария, вот при правополушарных поражениях критика несколько ниже, то есть человек не настолько хорошо понимает, что с ним произошло. Так. При левополушарном повреждении он понимает очень четко все и остро, вот, но тут другая проблема, то есть возникают нарушения речи. Ему сложно высказать свои мысли, допустим. Самое осталось, как природа сделала. Да, да. То есть поэтому и в том, и в другом случае как бы к человеку нужен индивидуальный подход однозначно. Вот, нужен в каких-то случаях логопед, в каких-то психолог для того, чтобы вот достучаться до пациента и чтобы облегчить ему процесс реабилитации. Поэтому в мультидисциплинарную бригаду входят как раз разнопрофильные специалисты. И нейропсихолог, и логопед, и эрготерапевт, и физиотерапевт, и инструктор ЛФК, и врач ЛФК, и врач-реабилитолог. Огромное количество врачей вокруг одного больного. Вот, и тот же невролог-кардиолог, окулист и так далее. Вот для того, чтобы оказать максимально эффективную помощь. Так сказать, чтобы он выходил со всех позиций. Да, да, да. Но важный еще такой момент, почему, и здорово, что вы к нам пришли, потому что, ну, есть люди, которые уже столкнулись с этой проблемой, они уже, что называется, научены опытом, а есть люди, которые, ну, неожиданно на них это может свалиться. То есть психологически каждый из нас, в общем-то, должен быть готов, да, что может произойти не обязательно инсульт, но какая-то проблема. Да, конечно, у нас есть наши взрослые родственники и так далее. Но психологически человека все равно трудно подготовить. Вот есть сегодня какие-то, я не знаю, программы, научно-популярные произведения, может быть, где человек, вот слово «инсульт» его не будет так сильно пугать, как у нас, знаете, сразу все, чуть ли не крест ставится на человека. Не, ну, потому... Нет культуры такой у нас, вот этой. У нас только мы ждем, все, страшно, и все. То есть начинается какой-то... Ну, если раньше, так, раньше, в принципе, так и было. То есть человека выписывали из больницы сразу домой, и, конечно, родственники, они терялись, они были в полном, конечно, полной растерянности и недоумении, что с этим пациентом делать. Сейчас очень много школ для обучения родственников. Есть телефоны доверия, есть телефоны для общения родственников со специалистами для того, чтобы понимать, как себя вести рядом с таким пациентом. И, кроме всего прочего, кроме первого, допустим, этапа, который реабилитация,
реабилитации, которые проходят уже в стенах нашего центра, то есть в нашем отделении. Существует второй этап, о котором мы говорили, это реабилитационное отделение. Mm-hmm. И дальше третий этап – это санатории, это какие-то уже более такие… более высокого уровня реабилитационные центры федерального уровня, понятно, и так далее. Да. То есть больного не бросают на произвол судьбы, то есть периодически постоянно предлагают ему какую-то программу реабилитации для наиболее полного восстановления и возвращения к прежней жизни. Поэтому вот сейчас, в принципе, если человек занимается и есть у него вот к этому тяга, желание, то есть это очень важно замотивировать человека, что он сам должен понимать, что ему нужно участвовать в реабилитации. Не только вокруг него должны специалисты. Ну, понятно, да. То есть, конечно, это как любой, наверное, больной человек, когда ему ничего не хочется, отстаньте от меня. Да, то есть должно быть обязательно, прежде всего, желание. Уже, да. Но тут, видимо, и от полушария зависит. Я, например, никогда не слышал такого, что, оказывается, левое полушарие у нас отвечает. Подождите, а как вот разделение есть? Женские два полушария вроде как не такие, как у мужских, нет? Я такое слышал. Нет, у нас такого нет. Нет? Нет. У нас доминантное полушарие – это левое, доминантное. У всех? Да, у всех. А недоминантное – это правое. Ну, это… Если правша, да, если правша, то значит левое, если левша, то у тебя будет доминантное правое. А если переделанный левша? Ну, если переделаны, тогда, наверное, будут оба доминантны. Да, я понял. Да. Ну, хорошо. Ну, это там, где центры речи, вот, в принципе, доминантные. Понимаете, почему? Я считаю, что, конечно, многие мы уже прошли через какие-то неприятности в нашей жизни, но ирония тоже должна сохраняться, потому что мне кажется, что если больной в состоянии, вот, дух такой боевой, то он, да, и он вытягивает себя, как бы, что называется, с помощью врачей, и родственники его вытягивают, и это здорово. Вот у меня еще такой вопрос. Не придумана еще такая система некого сканирования, не знаю, в самом молодом возрасте, когда можно предположить, что вот у тебя могут быть такие проблемы, чтобы человек сразу понимал, что… Но уже сейчас можно обращать внимание и нужно на свою наследственность. Ага, да. Вот. Кто, то есть да, она работает. Конечно. Кто из твоих родных, допустим, был отягощен по данному заболеванию, допустим. Практически сейчас доказано, что все передается по наследству. И сахарный диабет, и гипертоническая болезнь, там, и нарушение сердечного ритма и так далее. То есть просто это в разном возрасте может проявиться в зависимости от образа жизни, от условий работы, отдыха и так далее. Поэтому если наследственность по инсульту отягощена, то значит нужно уже к себе присматриваться, прислушиваться и на диспансеризацию обращаться, гораздо раньше. Угу. То есть проверять сосудистую стенку, то есть делать дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, делать кардиограмму, проверять уровень сахара, глюкозы, холестерина обязательно, вязкости крови, это обязательно нужно все проверять. А вот еще такой вопрос. Существует так называемая, ну, условно, опять же, я же не врач, имею право, мертвая зона или еще что-то, когда происходит выброс крови, но как-то так удачно, что он не затрагивает. То есть человек может говорить, думать, но как-то он медленный становится. Или… То есть клинически не проявляется, а происходит инсульт. Да, такое есть. Нет, это уже доказано, да, что существуют немые инсульты. Что это такое? И мы постфактум можем это уже как бы принимать. Да, действие. В том плане, когда мы делаем, сейчас появилась нейровизуализация, МРТ, КТ и так далее, другие методы диагностики. Если мы на МРТ видим уже кистозно-глиозные изменения, то мы можем сказать, что человек перенес на ногах этот инсульт, что, может быть, где-то какой-то момент ему стало похуже, может, голова закружилась, может быть, заболела, затошнила и так далее. Да? То есть произошел он микро, и он не повредил действительно значимые отделы мозга, которые проявились бы явным нарушением функции, да, чтобы человек уже мог окончательно убедиться в том, что с ним произошло, и обратиться за помощью. Вот. И организм с этой проблемой справился самостоятельно. То есть в нем были еще резервы достаточные, коллатеральное кровообращение, видимо, было замечательное на тот момент. Вот. И таким образом... Фраза, как, знаете, у классиков: первый удар, второй удар, третий. Это работает сегодня? Ну, естественно, повторные инсульты, а доказано уже, что 1/4 часть всех инсультов, повторные инсульты, протекают гораздо более в тяжелой форме. Поэтому, если появляются повторные инсульты, то это нужно тем более серьезно задуматься и выявить причину, откуда же стреляют тромбы, или почему происходит разрыв сосуда. Потому что если врачи
которым ты обратился, не выявляют эту причину и отпускают тебя на амбулаторное лечение, то, естественно, в какое-то достаточно ближайшее время больной поступает обратно опять в стационар уже с более тяжелым проявлением инсульта. Оптимизм все-таки давайте мы посеем в наших головах, кстати, да, что при правильном подходе можно человека и спасти, и даже выходить до определенного прямо вот уровня можно максимально. Да, восстановить его, да. Летальность уменьшается. Так. Да, и, естественно, инвалидизация. У нас существует несколько градаций по маршрутизации реабилитации, и вот, допустим, их 6. Первая, вторая, третья, они наиболее такие, ну, легкие. То есть человек может себя обслуживать и даже вернуться к прежнему образу жизни, а четвертая, пятая, шестая – это очень тяжелые, это уже лежачие больные. То есть сейчас вот тенденция к тому, что все-таки число людей с перенесшим инсультом, то есть они приближаются к первой, второй и третьим стадиям, то есть к более легким формам инсульта после перенесенного инсульта. То есть исходы становятся более легкими. То есть это лежачие, не приговор. Да, лежачих больных, да, лежачих больных становится меньше. Да. Ну, за это спасибо и нашим врачам, и вашим лицам, всем вашим коллегам, которые... Это, конечно, такая очень сложная всегда индивидуальная история. Многое зависит от самого человека, от образа его жизни, но и от хорошего ухода и хорошего, правильного подхода. Да. Спасибо вам большое за то, что нашли время, оторвались от ваших больных, пришли к нам. Желаем вам хороших исходов быстрее. Напомню, что у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы Лариса Васильевна Сметана. Я бы, да, хотела сказать, да, закончить свое выступление словами Сократа. Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто. Будьте здоровы. Ну, нечего добавить. Будем. Всего доброго. Программа «Открытый диалог». До свидания.